друзья, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Меня Танечка спросила, почему собаки мало показала. Вот чуть побольше. Вышли гулять, а погода тут вон какая. А там вон чего надвигается. Надо скорее бежать. Вот эти деревья обычно осенью становятся красными. А нынешней осенью они сухие. Вот какое небо. Не одинаковые. А там он совсем черно. Вот такая вот у нас погода. И холодно. Вчера я ходила в майке и в юбке. А сегодня в куртке. Вот как-то вот так вот сегодня одета. А вчера вообще в майке была. Вон там вот небо. Черное-черное-причерное.